На улице Краснодарской, 52, строится частная гостиница. Сейчас ведут внутреннюю отделку помещения. Весь строительный мусор хозяин объекта складирует во дворе. Забора нет, натянута сетка-рабица. Не отличается красотой и прилегающая территория. В ходе строительства разбили тротуарную плитку. Приводить в порядок собственность владелец отеля, похоже, пока не собирается, чем подает своим поведением негативный пример. А вот у радеющих за свой город соседей чистые дворы, пестрые клумбы, аккуратно постриженная трава на газонах и многочисленные цветники.